Это случилось сравнительно недавно. Я спала и вдруг резко проснулась от того, что кто-то навзрыд рыдал в нашей квартире. Плач был больше детский, хотя в нашем доме малышей давно не было. Я забилась в самый дальний угол кровати, закуталась в одеяло и сидела, слушала этот дикий плач, боясь посмотреть, кто это или что это там.